Конечно, детское шампанское. Так. Парням. Вот дамам. Ну, давайте, ребят. Кто-то скажите тост. Ну что, выпейте за Левочку, за ее день рождения. Ей 10 лет. Круглая дата. Это круглая дата. Так что давайте, ребятки, за здоровье чокнитесь. И выпить. Молодцы. Николай, вы не будете так любезны. Запечатлеть этот момент, когда я открываю водку, она не открывается, потому что, ну, что, потому что нет любовника твоей жены. Вы бы любовник, ножи были бы острые. Что мама сделала? Надула. Мама надула. Николай, заведи-ка, пожалуйста, этой жене любовник. Хоть ножи вот. Ножи все тупые. Я вот ей кулак будет сразу. Кулак будет потом, сначала ножи острые будут. А потом там. Вот если там. Между собой. Не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо. Друг, хватит пить, давай выпьем. Не надо снимать. Случится, что мы нормально выглядим. А я на его пути уйду с дороги. Калё, да я тебе то скажу. Кот, 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 давай его. Да, я хочу, да. Я ему наливаю, я тебе наливаю, смотри. И если ты не выпьешь... И не только ему, это не да. Я себе наливаю сразу, ты знаешь. Всегда не отвечу. Так мы за кого будем пить? За Леру? Нет, мы выпьем за отца. Давай за отца. Давай за отца. Я была под отца. Коль, давай? Вот. Давай, иди садись. Ой, не надо. О, Клава, я без баяна. Ты откуда появился? Возьмите баян. Друг, откуда не возьмись, появился. Жалко, что он не в туалете спит. Ой, Коля. Коль, сделайте, пожалуйста,
Сигарет ничего нету. Нет, все равно у нее кроме сигарет ничего нету. Как это, не только сигареты? Как? Ну там будет. Ну не то в кармане ты ищешь. Там вот. Домашние животные, кош. Я, например, язык показала. В Лос-Анджелесе это проклятие для тех, на ком они остановились. Я хотел увидеть, папа, что называется в глубине темноты. Об красивый. Я хотел узнать. Красивый. Это. Я красивая. И ты красивая. А порога красивая? А порога красивая. Красивая. А шапочка у нее? А шапка у нее. И бандер. Я сейчас бандер. Это бандер. У нее. Лик, а что такое у нее в лапках у коровы? What had I stumbled into? Сумочка. А сумочка? Some pictures show the two killers I've seen. Которые двух убийц, которые идут в галерею, они кого-то пытали. Кто? Человека, тело. Подарок, наверное, лежит в виде, да? Потрясающая татуировка. Сумочка, подарок. Тогда я еще не знал, что эта татуировка будет для меня значить. I decided to go home immediately. Я решил немедленно отправиться домой. Я решил отправить пленку полиции из аэропорта. А как ты ушишь, Вик? Пальчиком как ты ушишь? Вот так вот вы сбиваешь. Пепел. Нет, вот так вот по сигарете пальчиком. Как пепел сбиваешь? Так, да? Ну и как куришь, покажи папе. Покажи папе. Ну покажи, как куришь. Покажи. Ну как куришь? Сигареты, где у тебя сигареты? Вот там еще колета. Вик. вот этой вот штучкой. Давай, пап, на папу смотри, на папу. Пап, давай. Вы чем пизер мне? Мама, там какой-то.
Теперь нужно найти кого-нибудь подозрительного. На стол поставь, стол сервируй на стол. Чашечки с блюдцами все на столик ставь. А чё? Я не хочу на стол. Угощай чайком. Вика, Вик. Вика, куда побежал? Иди сюда. Станцуй. Это наше производство. Да, это наше производство. Одна из лучших клюшек. Вот она единственная, что у нее. Крюк. Вот для меня это вот длина вот крюк. И загиб немножко. Большой. Большой. А так все, это клюшка хорошая. Такая она. Упругая. Ну, я вот брал Коха в магазине там. По 250 тысяч они, да? Я потом потрогал.